Одно из основных ремесел казахского этноса – это обработка шерсти. Для этого, во-первых, берем овечью шерсть, промываем с небольшим количеством раствора соды или порошка, затем ополаскиваем водой. Шерсть обязательно просушивают, раскладывая на ровную плоскую поверхность, чтобы с мокрой шерсти легче стекала вода. Затем вымытую шерсть отбиваем палкой и очищаем от легко отделяемого растительного сора и других посторонних примесей. Далее берем чесало и расчесываем шерсть. После того, как шерсть расчесана, можно приступать к процессу прядения. Прясти мы будем с помощью веретена, держа ее в руках и при этом отделяя небольшое количество для того, чтобы она свободно наматывалась. Готовую пряжу используют для ткачества и вязания, изготовления одежды и аксессуаров.